Меня зовут Эмин, и я снимаюсь в рубрике «Татлес». Я вам сейчас покажу 5 самых посещаемых аккаунтов мною в моем инстаграме. Моим инстаграмом, если так правильно выразить. Не подглядывайте код. Открываем. Удивительно, не поверите. Нажимаем «Accounts». Так, и по порядку. Вау, смотрите. Первая у нас мисс Алена Шишкова, 92. Как раз мы сегодня вместе были на ланче «Окей». Вчера она была у нас на красной дорожке. И сегодня мы выставляли фотки. У меня это последний посещенный мною аккаунт. Смотрим дальше. Микаил Агаларов, это мой сын. Смотрим дальше. Вот выставлял сегодня, как он ведет влог свой. Вот ставим лайк. Поскольку я с детьми провожу не каждый день, как это делают все нормальные люди, а они живут у меня в Баку, я к ним летаю каждую неделю 10 дней, они во время жары или вообще во время моей работы всегда со мной. Поэтому ходят по всем эфирам, ходят по красным дорожкам. И вот так мы совмещаем время проведения совместное. Потом у меня Леди Гага. Ей я ничего не лайкаю, потому что она все не следит. У нее слишком много подписчиков. Ну и, конечно, мой друг Тимати. Всегда слежу за тем, что он делает, потому что он крутой. Он и катается на всяких виндсерфах, и все время что-то выходит новое. И Black Star Burger в Лос-Анджелесе открывается. В общем, Тимати красавчик.